В Уральске прошел очередной городской субботник. Ранним утром представители сферы бюджетных организаций, госслужащие и все неравнодушные жители вышли на городские улицы. Даже вдоль проезжей части, где нет пешеходов, немало мусора. В полном составе мы вышли на прилегающую территорию очистить свой город. Ну и предлагаю жильцам нашего города Уральска всем активно принимать участие в таких мероприятиях, потому что это наш город, надо, чтобы он сверкал, чистый был, чтобы проезжающие иногородние гости города видели, что у нас город чистый, что жильцы и жители города стараются поддержать чистоту. Участником субботника стал и аким города Абат Шиныбеков. Он призвал граждан быть активнее. Здесь участвует не только государственные служащие и работники госучреждений, но и другие предприятия крупного бизнеса, малого, среднего бизнеса, строительные компании. Призываю всех горожан активно участвовать в наших субботниках. Это наш город, наш любимый город, и мы должны это всегда поддерживать. Всего в этот день было вывезено свыше 330 кубометров мусора. Активные жители многоэтажных домов с раннего утра привели в порядок свои придомовые территории. Свою территорию очищаем, цветы. Елки поставили, газон, все сделали. Оказалось, что и среди предпринимателей есть те, кому не безразлична чистота города. Вышли на общегородской субботник. Это у нас происходит еженедельно, на еженедельной основе. Сотрудники проявляют инициативу, сами выходят, не надо никого принуждать, облагоустраивают территорию нашего супермаркета. Также это прилегающая территория, получается, к домам, жилому сектору. К сожалению, ряд жителей все же остаются пассивными. Сегодня в городе проживает порядка 350 тысяч человек. Если каждый хотя бы прекратит мусорить, Уральск станет намного чище. Марина Горбук, Мирбула Джигипаров, Рустам Джумашев, ТДК-42.